вместе, вместе с вами в мире под названием Дом 2. В мире под названием Дом 2. Сашка, напиши, что ты это интереснее поешь. А? Интереснее написали. Сашка, красавчик, готова слушать каждую секунду. Господи, за вас рада. Давай нашу домовскую. Еще домовскую? Молодцы, спасибо, классно спели, молодцы. Здесь вообще есть, посмотрите, кого здесь есть. Вот такой здесь парень. А это его девушка. Сука, которая ему... Сука, это, подожди, подожди. Его нельзя. Это моя лучшая подруга на год два. Да. Давай нашу домовскую. Давай, я говорю. Слушай, надо вспомнить, я аккорд не очень помню. Ты же играл, да? Что ты знаешь? Сейчас, подожди, вспоминаю. Та-та-та-та-та. Хочешь, я разбужу тебя посреди ночи. И расскажу тебе так, между прочим, что я тебя люблю. Одну тебя люблю, знаешь. Ты в жизни то найдешь, что потеряешь. А может быть, ты плохо понимаешь, что я с тобой сейчас. И целый мир для нас, теперь мы вместе навсегда. И ни дожди, ни холода не помешают мне тебя любить. Я верю, как себе, тебя доверил я судьбе. Мы счастливы, и так тому не быть. Законы любви не созданы, не забывай. Бери меня крепче, за руку не отпускай. Та-ра-да-да-да. Когда ты со мной, я так благодарен судьбе. Е-е-е-е-е. Сердце мое откроется только тебе, только тебе, только тебе, только тебе. Верю, веришь, меня ты никогда не переменишь. Тебя я вижу, тоже не изменишь. Я не хочу другой, ты будь всегда со мной. Теряешь, ладно. А может быть, ты плохо понимаешь, что я с тобой сейчас. И целый мир для нас, теперь мы вместе навсегда. И ни дожди, ни холода не помешают мне тебя любить. Тебе я верю, как себе, тебя доверил я судьбе. Мы счастливы, и так тому и быть. Законы любви не созданы, не забывай. Держи меня крепче, за руку не отпускай. Когда ты со мной, я так благодарен судьбе. И сердце мое откроется только тебе. Только тебе. Только тебе. Только тебе. Давай нашу как-то летом. А это что ли? Да. Как, ребят, вообще, давай посмотрим, что нам пишут. Со стороны кажется, что Кристина к Саше подкатывает. Ах ты, проститутка, подкатываешь к Сашке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кристина, кстати, меня вот у вас такие, да, выражения, так нельзя так Ладно. Говорить. Ах ты, девушка, неприличного поведения, подкатываешь к мужчине, очень которого даже приличного женщина. Поведения. Кристина моя подруга, очень класс, хорошая, молодцы. Лучшая на проекте из всех подруг. Молодцы, спасибо, классно спели. А, так, ну это уже читали. Давай, думаю. Саша пел какую-то классную песню в мужской спальне. Повтори, плиз. Какую-то домскую. Ну, я до этого спел этот. Мы такие разные на доме два. О, давай вот эту, слышишь? Давай как-то лето. Унямо тебя. Я знаю только пару страз. Пару страз. О, бела чао, бела чао, бела чао, 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 чао. Унямо тебя. Высосвили я то.
ed ha trovato l'ibaso. Una mattina mi si è svegliato ed ha trovato l'ibaso. Opa, o partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Ed ha trovato l'ibаzо. Сашка, мужик. Давайте гимн «Дома-2». Давайте, ладно. Давай. Все с нами поем, ребята! Как-то летом мы приехали сюда за проектом. Наблюдает вся страна, мы мечтали все пять кастингов пройти и остаться, чтоб любовь свою найти. 15 клёвых людей на проекте «Дом-2». С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Ла-л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 а
Важно здесь себя найти идеально. Это лето провести в цементной пыли. Арматура, пенопласт. Мы в эфире! И это главное для нас 15 клёвых людей на проекте «Дом-2». С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Будем строить дружбу, секс, любовь и дом. А в итоге мы останемся вдвоем без обиды. Счет игры всегда ничья, потому что все равно мы все друзья, 15 клевых людей на проекте «Дом-2». С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Ла-ла-лай-ла-ла-лай. Дом, который построю я, ни лачуга, ни хата, ни келья, ни сарай, ни барак, ни хрущевка, и, конечно же, не дешевка. Мы потратим целое лето на восьмое чудо света. 15 клевых людей на проекте «Дом-2». С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Ла-ла-лай-ла-ла-лай. Ла-ла-лай-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Ла-ла-лай-ла-лай-лай. Саша, гонь, Саймон. Саймон не даст вам по голове, чтобы ему спать. Украинка. Вы такие красивые, сохраните эфир, сохраним. Какой нации она? Я украинка. Ну, не совсем, у меня еще есть много там кровей. Саша, почему не занимаешься этим профессионально? Молодец, талант Саши. Видишь, у меня харизма берет, а вы свой вокальный. Слушайте, а что, у меня нет харизмы, ребят, скажите? У меня разве нет харизмы? Что это кто сказал? Это я сказала. Сказала Вобла. Брянская. Все 5 кастингов пройти. Да, реально, блин, помните, как раньше этот? Смотри, Маша пытается ему в глаза посмотреть, а Саша прям игнорирует. А я потому что сегодня игнорирую, а она потому что провинилась. Люблю вас. Какие новости у Лисковец и Саймона? Такие хорошие. Машенька, будьте счастливы, Сашенька, любви вам. Сашка мужик. Ну не иди туда, пожалуйста, не иди. Харизма есть у меня, понял? Харизма у меня есть. Есть, но, блин. Мое сердце пылает вообще прям. Если бы у меня не было харизмы, разве бы... Как, знаешь, ты фильтр на меня? Я сразу подметила. Осетинский, знаешь, Саша? Так фильтр на тебя падает, ты странно выглядишь с фильтром. Лучше на меня фильтр. Подожди, что фильтр на меня уже, вы заселились или нет? Бесите уже. Слышишь, о чем мы будем заселяться на вторую неделю? Спойте группу «Градусы». А давай за шкуп, Маша. Ла-ла-лай-ла-ла-ла-лай. Как это было писать? Ла-л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 а
Мне нравится дым, черт с ним. Он убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что между нами чихуахуа. О чем с тобой говорить? Потеряли нить, быть может бой перестать и дома спать. Нас не измерит на два раза сейчас. Давай давим на тормоз, не на газ. Вопросы вечные, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Да я бухой без вина, ты не сама. Теперь узнает страна, да земна, и нанесут обо всем на FM волна. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда задвигаем шторы, как пьем, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Это во втором куплете так. Черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда. Давай вот так просидим до утра. Давай. Не уходи, погоди, мне пора. Если выход один впереди, то почему то холод, то жара? Нужно давать по местам, я устал. И поворачивать пять, ну вот опять. Прикосновения плавили мой металл. Ты элемент номер пять, не дать, не взять. Идет к финалу игра, в этот раз я понемногу с ума. Ты не сама, давай попробуем заново все собрать. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда, задвигая шторы, копеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда, задвигаем шторы, копеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Что там этот? Маш, заселяйтесь, вы так хорошо смотритесь, yeah. Круто, офигенно, ракету спойте, молодцы, позитивчики лучшие, чё как маленькие, молодцы, красавцы, Наташенька, спасибо, моя хорошая, спой песню, которую пел возле ракеты, вы такие красивые милашки, у вас очень клёвый дуэт, фигура классная, зачем читать вопросы, не отвечать, бесите, заселитесь. Да. Такие разные на доме. Я, кстати, эту песню «Дом вот это, мы такие разные» я выучила, когда Саша пел. Он сколько, 1-2 раза спел, и я запомнила. Я, кстати, быстро учу. Конечно, ты быстро учишься. Вот у меня был, училась бы быстро, советом. Она у тебя подбывала. Ты же, я провинилась, ты меня игнорируешь. Сейчас целую. Встрешку. Кабузя влюбился, говорит, что. Втрескался, это разные вещи. В смысле, почему? Кабузь, почему? Потому что для меня это серьезно сказать такие слова. Да, прими. Маша, а чего Саша не заселитесь? Потому что я не готов. Он мне не дает. Давайте споем, знаете ДДТ? Вам нравится ДДТ? Что а? Такое осень? Нет. Знаешь, давай споем, давай это... Да, можно? О, тоже? Я тоже сижу. Я тоже хочу. Я хочу вас видеть. Ты хочешь в туалете или в школе? Что делать? Джейми, Джейми. Надо брать. Есть еще палочка? Хочешь, Леш? Ты дура, блядь, не, настроил. Не, там Саймон. Больше возможности. В смысле, палочек ты говоришь нет? Нет. Палочки, а, тогда... а есть палочки? Вот так дам. Возьми руками. А нет, Зай, мне нельзя с молоком. Блядь, Зай, кушай, кушай. Не молоком, блядь. Там нет, сыр, говорит, сыр. Даже... Я сама возьму. Нет, можно у тебя? Париж мне яблоко. Мурку знаешь? А? Мурку. Прибыла в Одессу банда из Амура. Яблоко мне, блядь, порежь.
Кому нравится этот? Я знаю, я ненавижу эту песню, я в караоке пою. Почему все облизали? Да, я в караоке пою всегда. Слышь, я кого зовут? Давай ангел тогда. Какую? Ангел? Дай мне. Завтра мне будет пизда. Сейчас я ролики. Я хочу с угрём. Давай закат споём. Что за закат? Маша, в отношении закат? Стекла, а и салфетка. Внутри где? Внутри чего? И вернуть назад серую птицу печали. Все в прошлом так быстро тают замки в облаках. Маш, вы зовете ребят, там 4 человека еще нас слушают. Извини, это деньги будут. Да, я знаю. Меня заберут потом. Я знаю. Хорошо. Да, я еще одну штуку и все. Да. Леха, это ты все. А, не иди сюда. Но по ним нельзя доплыть домой. Смотри внимательно. Это иностранная гитара, да? Можешь в прямой эфир, потому что хочу есть. Положи. Хотя бы мне на тарелочку порезать. Вот сюда положи. Мне гнится просто. Хлебный. Можно взять яблочко? Они уехали тусить. Но... Ань, можно? А можешь подать мне такое одно вечером? Мы роллы едим. Кто любил меня? Где восход, как праздник бесконечной жизни? Там нет счета рекам и морям, но по ним нельзя доплыть домой. Неси меня с собой, пурпурная река. Короче, блин, она так низко настроена, гитара. Зай, говорят, некоторым танцорам что-то всегда мешает. Но я на что не мешаю. Давай, все, извини. Я передаю Маше гитару. Зай, я вообще не умею играть. Теперь она будет вам вообще сама играть. Нет, Зай, я умею только петь. Некоторым танцорам что-то так мешает. Я реально не умею играть на гитаре. Я пойду в лес хожу. Габозя. Что он мне обиделся? Нет, они не вместе. Лёх, что пишут, что ты завтра собираешься уходить и просят тебя остановить? Мы остановим, я Лёху не, мы не отпущу, я Лёху и своего друга не отпущу, ты чё? Не. Лёха с нами. Зай, иди сюда. Лёха, подожди, стой. Смотри, мы сидели с ней в микрофон, я рассказывала, какой член хлеба, и она какой-то член хлеба. Да, мне нравится. Нет, нет, не вместе. Мы такие разные. Обидела мужика, ты плохая, да блин. Я уже устала, слышишь, что я плохая, да, я плохая. Может, у меня хейтить. Прям хейтить полностью. Угу, опять. Думаю, да. Настю удобно с ним быть. Я не специально мучаю, просто я реально на самом деле осознала, что я не готова жить с мужчиной еще вместе. Нет. Слушай, я не знаю, да, идут. Я думаю, идут на Сейшелах съемки. Про нас песок. Не скажу секрет. А что у меня макран забрал? Стой, просто предатель. А где макран? Тебе больше.
Лёх, а вы в какое время делали заказу? Ой, заказ ролла. В какое время? Раньше назад. Нет, нет, да я помню. Лёх, мне перед выходом надо. Да, лобная была. Да, пивнуться. Ребята, очень круто. Погибаться. Нет, спать скорее не будем. Больше что морщинчик. Что морщинчик, такой морщинчик. Да. Лёха там. Дела сделала. А это в эфире не покажут, потому что ее не эфирно выгнали. Это было воскресенье, ну, не в эфире выгнали. А где Глеб? Маша, никто тебя не хейтит. Я как зритель по эфирам вижу, что ты его динамик. Ну. Да. Возможно. Но это, наверное, в эфирах так показывают. На самом деле, я о нем очень сильно забочусь. Готовлю ему всякие вкусные штуки. Да. В каком смысле? В каком смысле дожмет Сашку, девчонки, огня поднимет? Что вы имеете в виду? Дожмет в каком смысле? Иди поебись, Кристина, на кафе. Да. Не, подожди. Конченая, нет? Иди, Саш, поближе, сюда. Крис, ну хватит. Нормально. Сама игра, я реально не умею играть на гитаре. Ни разу его в руки не брала. Нет, просто не знаю. Ань, можно? Да, она разрешила. Пожалуйста. Ты меня обнимаешь. Давай же Глеб не прав. Нет, Глеб прав. Но он управляет. Ниже, выше. Это было очень жестко, просто выгнали, сказали. Собирайся, уходи. Лёш, мне кажется, ну... Давай, Лёх. Не хочешь меня скрыть? Нет. Пишут, Адеев собирался уходить с проекта, пусть Аня проявит мудрость. Я проявила мудрость, я за Аньку отработаю. Да. Крис сказала, что она за Аньку станет мудрой. Ты как слышишь? Ну... Не знаю. Не думаю. Зачем наводка в реале надо? Привет, Энгельс. Да, привет, Маша, передай, пожалуйста, привет Анатолию Миханькову. Анатолий Миханьков, я тебе передаю привет огромное твоей жены Валюше. Она вас очень-очень сильно любит, просто невероятно. Чем? Мои люди всегда со мной. А чем я вам мешаю? Я сижу на кухне, что я вас трогаю разве? Тебе парень бросил, а тебе все равно. Показать, как я люблю, да? Да, а я видела. Расставь этот голос. Ну ты же разрешила, да, ей? Нет, это другое. В смысле, что он морозится от тебя будет, то по пустякам разряжаться начнет. Но он же это делает, ну пусть делает, что хочет. Он взрослый человек, взрослый мужчина. Я не смотрела, мужчина, еще просто я проявляла на ощупь. Ты что, злой? Смотри, я тебе покажу семейное фото. Я пыталась на ощупь проверять. Семейное фото. Лепо. Какая, Катя? На ощупь. Семейное фото. Только она не прикалывается. Привет, привет, Диана Мариенко. Сашуль, иди сюда. Габось. Да, это возле кухни сидим, поэтому. У нас не отключают 24 на 7. Спасибо. Миханьков Анатолий. Да, мы как заселились, так и отселились. Ты знаешь, как скажешь, как будет. Да. Вот так вот. Ну, раз поебаться, потом все нормально будет. А, да? Потом нет, она будет. Слушай, ну хватит, пожалуйста, это уже не смешно, реально. Как не смешно? Не смешно, разве? Ну пусть уводит. Я никого не держу. Да, смотри, вот, слышишь? У меня нет такого страха. Нет. Никогда не нужно бояться. Просто, короче, на официальном доме 2, короче, комментарии, что там все же засирают постоянно. Отвечаю, смотри. Ты что, умираешь? Тот человек, который ваш, он от вас никогда не уйдет. У меня, знаете, есть такое правило в жизни. Мое от меня никогда не уйдет. Что бы там ни было. Короче, ладно, я съел все. А кто еще? А кто еще? Саймон, Даня, короче, Саймон. Они трахаются. А, Глеб Мамыга, да? Кристина Змеюка, она вперед всех его против тебя настраивает. Слушайте, вам нравится слово ебаться, да? Да, очень. Вот Кристине нравится. Она тратится на грязные, мерзкие, особенные. Ну, я знаю, да, что Кристина говорит такие вещи. Говорит, хотя бы трахаться. Прям правда.
Что это такое? Мы просыпаемся в 12 утра. В чем причина вашей размолвки? Весь эфир, пока ничего говорить не могу. Сделай, что не будешь, мне предлагать спать свою подругу. Не Миханьков, а Маханьков. Извините, просто у меня телефон далеко стоит. Напишите еще раз, просто мне быстро листает, я не успела. Ты его позвала, он... Ну, он сам. И Могренька, нет? Она ушла, кто ушел? Я Галю люблю, на самом деле. Угу, да. Матрана. Аппаратка. Иди сюда. Учит нас. Матрана. Матрана, где что? Я три скартанула, но это нормально. Ну, Захарова, я понимаю, что я буду. Знаете, нужно сделать что-нибудь, пожалуйста. Тебе тяжело? Ты научилась, пожалуйста. Я никого звать не буду, мы просто пойдем к нему. Ну, после этого. И нападем. Да? Пойдем и просто возьмем его в поворот. Зой! Чего? Я тебя люблю. Вот, да, понимаете, у Маши этот, просто она там иногда покушает, и у нее этот... С показаниями что-то путается там в своих мыслях. А как ты? Можно так быстро говорить, я тебя люблю? М? Вот я тебе говорю, всегда хочешь, чтобы ты мне правду говорила? А ты опять. Я на эмоциях сказала. Я же девочка, что чувствую, то и говорю. Правильно же, ребят? Передай, пожалуйста, привет Маханькову Анатолию. Маханькова Анатолию, передаю вам огромный привет от Сашки, жены Валюши. Видишь, вот, потому что я пою, и она а вас очень сильно любит. Свои. Прости. Меня... Пойдем, прости меня, душу грешную. Сучку. Щучку луганскую. Ну я такая у тебя. Я ему сегодня говорю, если я такая плохая, зачем я тебе нужна? Вот зачем я тебе нужна, если я такая плохая? Что за манипуляция? Нет, ну скажи. Я тебе не буду говорить там, вот, потому что ты такая, потому что ты такая, потому что такая. Я тебе всегда говорил. Пишет, хуй, не целуйтесь. Чего вам не нравятся наши поцелуи? Вы сейчас написали, теперь Маша не будет со мной целоваться. Скажет, вот. Накажи ее, Габозов. Очень милая девочка, дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Габось. Ой, я знаю, завтра отпрошусь, блин, к братану к своему. Братья, здорово, как вы там? Как ваша дочурочка? Слышишь, этот, что если я завтра или послезавтра, или вообще на днях к вам приеду, так вечерком посидим и утром обратно? Габози 38, мне, хотел сказать 19, мне 25. Маша, ты играешь, не, если Маша, нет, покажите французский поцелуй. Маша сейчас опять... А, это манипуляция с вашей стороны, я не ведусь на манипуляции. Ребят, Маша на самом деле еще до сих пор пока 7. Правда? Да. Я твоя маленькая девочка. Угу. Я твой ребеночек второй. Да. Спасибо огромное. Очень хорошая пара, друг к другу подходим. Маша терпеть... Маша тебя терпеть не может. Ним. Сам бебез с усиками, если честно. Перебора там. Он просто хочет... Зая, что не забочусь и ласку не даю? Скажи, пожалуйста, людям. Это дает ласку заботиться. Скажи в камеру. Дает ласку заботиться. Машка не дает и правильно делает. Привет. Мне какая-то девушка написала. Я тебе потом покажу, напишет. Слышишь ты, ну, ты ее просто видишь и поймешь. Носатое чудо. Я приду, и Габоза будет со мной. Серьезное заявление. Аргумент. Поцелуй я, Сашка. Поцелуй меня. Так, я просто не успеваю на этот директ вовремя отвечать, не обижайтесь, пожалуйста. Пишут, что-то Сашка как-то подостыл. Сашка, а что ты подостыл? Девка фальшивая. А ты сама давай расскажи. Нет, ты расскажи, ты же подостыл. Че? Я горю, как огонь, я. Зай, ну что ты подостыл ко мне? А ты...
Подожди. А когда поздравление, какой праздник, чего? Да он специально. Это его девочки научили. Кристина Лисковец. Что у меня девочки научили? Сашка остыл реально к тебе, это видно. Я не остыл, я просто немного... Походу, этот... ты Сашу разочаровала чем-то. Так. Походу. 22 июня сегодня какой... Нет, просто Маша на самом деле... Ну что, мы сейчас злобное место будем обсуждать? Не хочу. Я не подостыл. Мне Маша, как прежде, нужна. И я очень ей дорожу. Но просто я понял, что мне для того, чтобы добиться Маши, мне надо сначала, наверное, видимо, помолодеть, получше начать выглядеть и еще что-нибудь такое. Ты не помолодеешь. Здрасте, спасибо, что напоминаете. Вот. Да, это Лисковец. Вот. Напишите завтра научила, еще, пожалуйста. Видите, разрушает наши отношения. Почему это Лисковец вообще? Мне вот это не нравится, когда начинаешь... Мне написали люди, что она в эфирах, они видят, что она тебя настраивает против меня. В смысле, где она меня настраивает против тебя? Мне писали. Ну, тогда живи с теми, кто тебе пишет. Верь им. Ну, что это за... Давай не будем ругаться. Давай не будем ругаться. Но мне не нравится, когда ты начинаешь говорить, что вот она или он... Ну, блин, ко мне тоже много чего говорят. И тебе много чего говорят. И пишут все остальное. Ну, я как бы прислушиваюсь к своему сердцу и к тебе, а не к кому-то. А если ты хочешь находить причины в ком-то, ну, как бы это неправильно. Надо нам в нас самих искать причины. Причем есть кто-то. Мне что, 5 лет, что я ведусь на чье-то мнение или еще что-то такое? Нет. Ну, а причем есть вообще Кристина? Кристина моя подруга, очень давнешняя. Что это за разговоры такие вообще? Мне это не нравится. Почему не буду? Видите, правда, я тебе мужик говорю. Сказал, баба заткнулась. Слушай, а из-за чего вы с Эмом подрались? Посмотри, ты мне вот я хочешь покажу, как я отвечаю? Привет, у нас все хорошо, спасибо. Ну, там глупость была, из-за глупости там подрались. Да ладно вам не ссорьтесь, вы же прекрасная пара. Старайся, приходи. Да, я определился с Машей Давидовой. Видишь? Да, с Машей Давидовой. А потом с Давидовой, видишь, как я отвечаю всем, что все... Читаю, но не всегда. Саш, привет, Ольге Васильевне, от меня крепкого здоровья. Маш, ты тоже спасибо не помолодеешь большое, обязательно и передам. Не поумнешь. А я вот, между прочим, всем стараюсь директ отвечать. Я к тому, что это нереально, потому что он мне нравится в своем возрасте, Виктория, которую вы пишете. Я к тому, что я тоже не помолодею, никто из нас не помолодеет, поэтому надо принимать я свой помолодею. Возраст. Да нет, всем, ну у нас есть как бы, мы не пойдем против времени. Я пойду. Меня не парит твой возраст. Не, ну тебе же... Я же тебя не устраиваю как мужчина. Саша, ну давай не начинать вот эти позиции обиженные. Санек, ты... Какие? Ну, позиции какие-то обиженные. Че? Санек, ты не комплексуй по поводу возраста. Ты еще молодым фору дашь. Маша в тебя влюблена, это видно. Ну смотри. Иди сюда. Сам сидит, читает комментарии. Я потому что я стараюсь отвечать вот в директе всем подписчикам, видите? Что вот. Нас да, я очень хочу сделать операцию на нос, потому что мне это мешает. И вот, я не могу так Маша, талантливо говорила, петь, как Маша, тебе... потому что мне мешает нос. Вот буду делать нос себе. Вам не идет спорить, улыбайтесь только. Да, мы стараемся. Сань, здорово. Тут такой вопрос возникает. Смотрел я Муз ТВ премию. И это... Короче, что, Дава с Киркоровым шлепается? Или что, я не пойму?
Не-не, братан, ни с кем он не шлепается, он нормальный парень, прям нормальный сейчас парень, сейчас мы вас реально поссорим, не надо, наоборот, мирите нас. Слушай, вот как можно поссориться из-за каких-то там этих... Конечно, мы не будем ссориться. Вы смотришь, классная парочка. Напомните, пожалуйста, мне 18-го. Нет, не вспоминаю. Саша, у тебя нет сигарет? Есть. Да, у меня есть. Но они сломаны все пополам. Ладно, ребятушка, я буду выходить из прямого эфира. Где? Посиди, посиди. Что-то. Потому что у меня разряжается уже телефон. И мы с тобой ругаемся. Не хочу, чтобы мы ругались с тобой. Да я не ругаюсь с тобой. Чего ты решил, что мы ругаемся? Все уже пишут, что мы ругаемся. Никто не пишет, что мы ругаемся. Это ты выдумала. Я хочу, чтобы мы несли с тобой позитив. Понимаете, да, почему я говорю, что Машеньке еще пока 7 лет? Нет, с Ильей я так не дружу, как раньше. Просто общаюсь. С Ильей. А, с Ильей. Нет, Ебаров пока не приходит. Ладно, я сейчас буду с ним разбираться, чтобы он себя так плохо не вел. И я? Да. А, хорошо, ну-ка объясни мне, как да. Я себя плохо вел. Ну, сейчас вот я выключу прямой эфир. Ребят, всем спасибо. Да что, Брянская опять бьет тарелки? Вот, он устал, конечно, мой сладкий, он устал. Все, ребятушки, мы вас любим. Габозики вас любят, целуют, обнимают. Желаем вам сладких снов. Завтра постараемся выйти в эфир. Угу. Все. С моего, кстати, аккаунта. Мы будем по очереди, да, Зай?